Учебный процесс давно перерос стандартный формат говорящей головы. Лектор читает, студенты слушают. Сегодня студентам и преподавателям важно быть вовлеченным в происходящее. Вот почему молодежные конференции в университете с каждым годом собирают все больше участников. На аудиторных занятиях это совершенно другое. Они отвечают на вопросы преподавателя, то есть они просто выполняют учебную программу. А здесь они именно контактируют как коллеги. И мы с ними как коллеги общаемся на равных. И вот в этом, конечно, большой плюс таких мероприятий, потому что это их тоже ступенька профессионального становления, но несколько другого уровня. В основном обмен опытом, поделиться своим опытом, посмотреть на ребят с Севастопольских коллег. Молодежные конференции не только дают студентам возможность проявить себя, но и повышают престиж научно-исследовательской работы в студенческой среде. Здесь как раз зарождаются вот те вот неожиданные моменты, новые аспекты, новые движения, которые еще пока нигде еще не обсуждались. Вот здесь рождается научная мысль, которая впоследствии превращается уже в непосредственно реализованные на практике действия, деятельность, совершенствование. Севастопольский государственный университет становится значимым центром российской системы образования. На конференцию участники приехали не только из Крыма, но и из Уфы, Пятигорска, Ижевска. А темы, над которыми работают студенты, имеют важное прикладное значение. Наша работа называется «МСФО в Российской Федерации». Она касается проведения, составления финансовой отчетности по международным стандартам, которые как бы принимаются в Российской Федерации. Дело в том, что в Российской Федерации есть свои правила, вот, и они довольно-таки далеко отличаются от международных. Хотелось бы изменить эту ситуацию, чтобы наша отчетность помогала компаниям выйти на международный рынок. Светлана Щербакова, Виталий Козловский, Севинформбюро.